В Одесском гарнизоне числится почти 2300 бесквартирных военнослужащих, и среди них половина – действующие офицеры вооруженных сил Украины. Почти 600 человек пребывают на квартирном учете уже более 20 лет. Некоторые, даже уйдя в запас, еще ждут, когда же смогут обустроить свой собственный угол. Проблема обеспечения жильем военнослужащих усугубилась после передислоцирования в наш регион военнослужащих из Крыма. Есть у людей проблемы с жильем. Это проблема. Допустим, даже тех моряков взять, которые вышли из Крыма. У них большая проблема с жильем. Это да, это проблема. Это, и причем она основная. И также те военнослужащие, которые здесь проходили до службу до того, как у нас появились наши моряки, тоже были люди, которые не обеспечены жильем. Ну, стоят на очереди. В город прибыло 2000 военнослужащих из Крыма, и более половины из них еще до переезда стояли на квартирной очереди. И в зависимости от места в этой очереди, они должны получить законное жилье уже в Одессе.